є в нас. Також Володимир Тюрін. Отже, повертаємося до міста Щастя, говоримо з заступником міського голови міста Щастя Володимиром Тюріном. Доброго дня вам. Пане Володимире, скажіть, яка ситуація на цю хвилину, бо ми також знаємо, що і сьогодні були обстріли в місті. Чи є, не дай Бог, постраждалі і що з будівлями також? Ну, сьогодні обстрілів практично не було, то є сьогодні були тільки за територією міста. А вот, слава богу, что на сегодняшний день пострадавших среди мирного населения нет. А вот, вчера пострадало 7 домов, 3 из них очень серьезно, которые будут нуждаться в усилении, в замене практически всей кровли, а вот, окон и так далее. А вот, погиб вчера один мужчина, заместили главного инженера станции Луганской ТЭС. Мужчина и женщина ранены, степень не могу сказать, потому что на сегодняшний день не находится в нашей местной больнице. Пане Володимир, так, слухаю. Слухаю. Пане Володимире, наскільки ми розуміємо, то повертається така активна фаза в ваше місто, тобто, тому що маємо інформацію від військових, що вони також відповідають на артилерію своєю, на артилерію бойовиків, які, власне, стріляють з боку Веселої гори. Ви як відчуваєте? В місті поновились такі, ну, бойові дії, не можна сказати, але артилерія, я так розумію, працює в одному і в іншому напрямку. Ну, на сегодняшний день то, что произошло вчера, то есть это обстрелы были минометные. То есть минометные обстрелы, по всей видимости, минометы крупного калибра, вот, потому что это не градовские были обстрелы. Вот, град стреляет по городу, но пока это все находится за территорией города, и в город не попадает ничего. Вот, опять же, это было вчера, то есть на сегодняшний день практически обстрелов не было никаких. Вот. А вчера, ну, нам тяжело сказать, потому что у нас и обстреляют и с левой стороны, и с правой стороны, и за городом, и перед городом. Вот. Мы вчера общались с жителями города Луганска. Вот. Они говорили, что там у вас, потому что у нас в вашу сторону стреляют грады и так далее. Ну, слава богу, в город грады не попали. Вот минометные, да, минометные обстрелы мы почувствовали. Вот, кровли пострадали, дома пострадали. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є хтось із, чи, наприклад, пан Геннадій Москаль приїжджав до вас, чи хтось з Луганської облдержадміністрації, чи хтось інший вам допомагає зараз відновлювати будинки і взагалі якось оцінює пошкодження в місті? Чи ніякої допомоги поки що? Ми постійно спілкуємося з облдержадміністрацією, з Геннадієм Геннадійовичем, Олею Петровною Лішек, його замістителем. Вот, то есть на сегодняшний день вот, под эгидой в администрации к нам поступила гуманитарная помощь от Красного Креста, Международного Красного Креста, очень своевременно. У нас было все 16 декабря, и практически вот все, что было восстановлено по этим повреждениям, это помощь Красного Креста под эгидой администрации. Вот, еще буквально вчера и сегодня мы разговаривали с Ольгой Петровной. Вот, нам пообещали шифер, пообещали пиломатериалы для восстановления кровли. То есть сейчас идутся переговоры, уточняются объемы. Я думаю, что ну, те материалы, которые нам будут необходимы, нам его администрация поставит. І ще останнє питання про Щастинську ТЕС традиційно. Вона також постійно попадає під обстріл, тому що це вже фактично лінія фронту. Зараз вона працює, все нормально, так? Ну, слава Богу, Луганська ТЕС працює практично без остановок ще з мая місяця. Вот у нас там были проблемы в августе месяце, когда был заражен трансформатор. Вот на сегодняшний день у нас два дня назад было прямое попадание в линию поставок угля, были повреждены ряд вагонов, линия, железнодорожная линия была повреждена, была ранена женщина с путевкочек. Вот. Пока вчера ничего на станции не было. За исключением позавчера у нас была повреждена газопровод был поврежден, и были повреждены линии центрального отопления. Зараз все работы відновлено. Есть светло, вода, газ. Все это восстановлено. Вчера на 16 часов газ был в город поставлен, и отопление было восстановлено. Дякую вам, Володимир Тюрин, заступник міського голови міста Щастя, був з нами на прямому телефонному зв'язку.